Он стоял на поверхности земли, над гигантской овальной чашей карьера. Он видел пыльную дорогу, петляющую по дну и по склонам, и бесконечную вереницу грузовиков. И все, что он видел и слышал, нравилось ему. «Я как услышал по радио про ваши дела, так и сказал: стоп, Витька, это как раз значит для тебя. Никуда ты не денешься, окромя Курской магнитной аномалии. Тебе руду эту самую добывать». «Девчонки наши воют. Нет того, нет другого. Но для чего мы сюда приехали? Разве можно жаловаться, если живешь среди таких людей?» «Кто тебя прогонит? Сам убежишь, здесь не засиживаются. Как тараканы, посидят, посидят, да как впилят. Торопишься ты, Виктор. Я вот тут с первого гвоздя в палатке с женой и дочками жил. А ты хочешь, чтоб сразу и все? Нет уж, погоди. Присмотрится к тебе. Соли пудика три съедят с тобой. А тогда уж и претендуй». «Если, скажем, предназначено ей Рудишке-то в пятницу появиться, так она же все равно в понедельник тебе не покажется». «Витенька, я все сделаю, как ты велишь, кровать с шифоньером продам и приеду к тебе, Витенька. Куда же мне еще, как не к тебе?» «Что же ты делаешь, черт с рогами? За что ты нам в морду плюешь? Думаешь, ты один такой все можешь? Ошибаешься, Витя. Тут покрепче твоего найдутся». «Ну так за каким же ты чертом в дождь ездишь?» «Ты знаешь, что такое 219-я отметка? Это 219-й метр от уровня Мирового океана. А нам обещали умные люди, что промышленный уровень начнется не раньше 216-го. Отсюда мораль». «Через 20 лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею. А впрочем, черт его знает.